общем-то, ребята, всем привет! Сейчас я монтирую видеоролик по второму дню поняшных причесок. Он у нас сегодня выйдет как раз-таки ближе, наверное, где-то к часу, потому что он уже почти зарендерился, но половина где-то осталась еще. И сейчас я готовлюсь снимать третий день. Выложу я его, естественно, завтра и буду завтра монтировать. Хочу вам показать, как распустилась прическа Дейзи, которую мы делали вчера, грубо говоря. На самом деле, я недавно вспомнила о том, что у меня, оказывается, есть Фейзер Мэй. Но где она? Это, конечно, вопрос. Сегодня звук в видеоролике будет 100% хороший, потому что я дома одна, и мне в свободную говорить. Вот моя Дейзи... Ой. Шарлотта, грубо говоря, да? Еще я возьму вот эту вот прелесть плести. Также я переплету сегодня принцессу Кейденс. Сегодня видеоролик будет, скорее всего, короткий, именно на моменте с Кейденс. Вот. Но... Боже. Я нашла другую вещь. Это Хани Рейс. Мне ее присылала Нона. 4 поняшки у нас выбраны. Я надеюсь, что вам они понравились. И давайте приступать к подготовке места для переплетения. Все как обычно, у меня тут есть зубная щетка. Это не моя зубная щетка, опять-таки говорю. Вот у нас наша Sunny Race, она вот в таком состоянии. Раньше она у меня стояла с веночком. Этот веночек сейчас, как вы поняли, уже на Дейзи. Ну, в общем-то, давайте начнем причесывать нашу поняшу. Видеоролик уже закончил рендериться. Сейчас мы его будем загружать на YouTube. Я уже прописала всю музыку, которая находится в этом видеоролике. И если что, ребят, вся музыка в описании. Я думаю, что начну спрашивать уже, когда проект будет более развитый. Тем не менее, она вся там. Я буду приступать к прическе для принцессы Кейденс. Для нее я хочу сделать каноничную прическу, потому что, как по мне, у Кейденс тоже не стоит заморачиваться особо над ней. Да и, в принципе, всегда делают что-то более простенькое. В общем-то, я никак не могу сделать вот эти вот кудри, которые делаются на концах у Кейденс и на хвосте. Просто ноги слишком тонкие, я даже не знаю, как их закрепить. И сделала просто вот такие вот небольшие подкрутки. Когда она высохнет, я их немножко распушу и постараюсь придать форму кудряшкам, которые получились у меня, допустим, у Свити Бэт. Сейчас добавлю каноничные аксессуары и все. Сейчас я буду переплетать лулак. Я уже примерно знаю, что я для нее сделаю. Честно, ожидала, конечно, немного другого результата, но тем не менее, мне кажется, что в принципе лулак и так получилось очень даже красивое. Решила, что для фирмы я больше добавлю аксессуаров в прическу. Поэтому над прической я особо не заморачивалась. Я просто сделала 2 хвостика. Я их завила чуть-чуть. И просто вот косичку такую перевела, так скажем. Похожая прическа была, кстати говоря, у фирмы у MLB Брони Пинки. Ребят, я уже закончила плести поняшек. И сейчас хочу показать, в каком же виде они у меня теперь. Первый у нас идет эта принцесса Каденс, на ней вот такие вот красивые стразы на ее крыльях. В скором времени я добавлю ей ее ожерелье, потому что сейчас это сделать проблематично, конечно, но тем не менее она получилась тоже очень-очень красивая.
Следующий у нас идет это Honey Race. На ней у нас расположены такие вот стразы в виде сердечек, даже есть на бочку. Она очень миленькая получилась, несмотря на то, что у нее очень простая прическа. Естественно, вот эту резинку я уберу. Букетики добавила в качестве фонового аксессуара. Мне кажется, это очень красивая поняшка, даже с такой длиной гривы. Далее у нас идет эта Фезерма, и я сделала ей просто хвостики. Скоро я одену ей бусы, когда она высохнет. И да, получилась очень простая прическа, но тут дело аксессуара. Издалека она смотрится очень красиво. Я считаю, что здесь не нужно было заморачиваться над прическами. Ну и мой фаворит в этом видеоролике. Я считаю, что вот над этой прической я старалась, и действительно красиво получилось. Напишите в комментариях, какая из причесок вам понравилась больше всего. И напишите, может быть, кого мне переплести в следующий раз. Да, я знаю, что, возможно, вы даже не знаете, кто у меня есть в коллекции, но это не важно. Если будет там такая поняшка, то я ее обязательно постараюсь переплести. И, пожалуйста, я очень-очень прошу не совершать таких глупейших ошибок, как делают некоторые пользователи YouTube. Не пишите, пожалуйста, такой бред по типу «я первая», «кто посмотрите по времени, если не верит». Это очень глупо и нецелесообразно. Это и неправильно по отношению ко мне, потому что такое чувство, что вы просто заходите на ролик, ставите в комментариях циферку 1 и даже не смотрите само видео. Увидимся с вами завтра. Материал у меня уже почти готов. It's like the stinging of a new title, and I can only try to make you see, honey, old F's still